Heydər Əliyev Fondunun təşkilatçılığı ilə Yaşıl Teatr Bakı konsert kompleksində keçirilən tədbirdə Azərbaycan və xarici ölkə bəstəkarlarının əsərləri, eləcə də Müslüm Maqamayevin repertuarından əsərlər səsləndi. Müslüm Maqamayev ilk dəfə səhnəyə 14 yaşında çıxıb. 1960-70-ci illərdə sənətkarın şöhrəti artıq bütün dünyaya yayılmışdı. 31 yaşında SSR Xalq Artisti adına layiq görülən Müslüm Maqamayevin milli musiqi mədəniyyətimizin inkişafındakı xidmətləri danılmazdı. Я хотел бы поблагодарить всех участников сегодняшнего концерта. Сегодня с утра мы отмечаем День Муслима. На самом красивом месте города, на Приморском бульваре, прямо на фоне любимого всеми нами Каспийского моря, который он воспевал в своей незабываемой песне «Синяя вечность», стоит великолепный памятник Муслима, олицетворяет его красоту, его талант, его стать, его гордый облик, его достоинство и я сегодня, когда мы памятник открывали, сказал, что песня «Прощай, Баку», которая сейчас прозвучала, она была написана им уже незадолго до его кончины. И я ее услышал впервые на церемонии прощания с Муслимом в Баку в здании филармонии. И очень сильно она подействовала, потому что он прощался с городом, прощался с друзьями, прощался со своей жизнью, и как тяжело ему было написать эту песню, и какие чувства он испытывал, об этом можно только догадываться. И, конечно же, говоря об этом, я сказал, что вот этот памятник, который здесь стоит, он говорит о том, что Баку с Муслимом никогда не прощался и никогда не простится, и он с нами. Я хочу поблагодарить наших исполнителей. Сегодня прекрасные азербайджанские голоса, я уверен, покорили всех нас. Это наша гордость. Это говорит о том, что дело Муслима живет. И поколение из поколения представители нашего народа достигают вершин творчества. И мы гордимся сегодня, как Муслимом всю жизнь гордились и гордимся, так и гордимся сегодняшними нашими прекрасными исполнителями. И, конечно, хотел бы особо поблагодарить гостей, которые прибыли из дружественных стран, наших дорогих, любимых. Поблагодарить за то, что вы в этот день с нами, поблагодарить за вашу любовь, за ваши воспоминания о Муслиме, за ваше отношение. Сегодня незабываемый день. Мы еще раз, вспоминая нашего дорогого друга, брата, великого сына азербайджанского народа, говорим, что Муслим всегда с нами. И сегодня Нани Ханум об этом спела. Уважаемый Вахтанг спел прекрасную песню, посвященную нашей стране, и изумительные попурри. И все наши исполнители, кто сегодня выступал, были вдохновлены образом Муслима. Дай Бог всем здоровья, всем странам, всем народам благополучия. Я сейчас на Азербайджане.